Доброе утро! Здоровый образ жизни включает благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, гигиенических навыков, которые позволяют сохранять и укреплять здоровье, предупреждать болезни и поддерживать оптимальное качество жизни. Свод правил здорового образа жизни включает отказ от вредных привычек, правильное чередование труда и отдыха, рациональное питание, постоянную, адекватную возрасту и физическим возможностям двигательную активность, личную и общественную гигиену, стрессоустойчивость, самоконтроль физического состояния, безопасное сексуальное поведение и экологически безопасное поведение человека. Здоровый образ жизни – это не инструкция, которую надо выполнять каждый день. По всем перечисленным позициям допускается временное отклонение или колебание. Исключения составляют только отказ от вредных привычек и безопасное сексуальное поведение. Эти пункты должны выполняться человеком всегда. Здоровый образ жизни сегодня – это реально существующая модель. Каждый из нас рождается с определенным набором генов, внешних признаков, но своим поведением мы можем минимизировать действие рисков нашему здоровью. И если мы с вами не ведем здоровый образ жизни, то мы полностью будем зависеть от условий жизни. При ведении здорового образа жизни мы формируем индивидуальное активное долголетие, снижаем вероятность социально значимых болезней, а также рисков их развития.